И снова здравствуйте, говорю я вам, мои дорогие друзья. Как вы уже успели заметить, исходя из названия данного видео, мой сегодняшний выпуск посвящен одному очень крутому торговому боту под названием Margin, интегрированному на Probit Global, о котором, собственно, я и предлагаю вам узнать более подробно прямо сейчас. Поэтому не переключайтесь и смотрите этот выпуск до конца. Ведь просмотрев его полностью, вы, как всегда, узнаете для себя много чего полезного. Но прежде чем я углублюсь в детали и особенности самого бота, в двух словах расскажу вам о самом Margin. Ведь свое начало данная компания берет еще в далеком 2014 году, разработав свой первый в истории специализированный терминал для торговли криптовалютами, поставив при этом перед собой главную цель – сформировать единый интерфейс сразу для нескольких криптобирж, сочетающий в себе элементы сразу нескольких терминалов, а именно таких как MetaTrader и Bloomberg. И как вы уже поняли, у команды Margin, состоящей из профессионалов своего дела, это получилось, чему лично я очень рада. Что же касается других деталей и особенностей Margin, то, как я уже сказала, весь его специально созданный терминал основан на предоставлении максимально удобного опыта торговли для каждого отдельного пользователя, предоставив для этого не только визуально удобный, но и чувствительный интерфейс для торговли с использованием стратегий алготрейдинга, доступных на основе широко используемых инструментов TA. Да и вы, я думаю, уже успели заметить, что интерфейс Margin действительно имеет крайне организованный дисплей, на котором пользователи смогут не только выбирать необходимые им торговые данные на основе исчерпывающей книги ордеров, но и на основе исторической торговли. Более того, благодаря доступным дополнительным функциям Margin, пользователи Probit Global могут торговать в рамках бота аж более 1000 торговыми парами, начиная от биткоина к USDT, лайткоина к BTC и многим другим, что опять-таки я считаю очень здорово. К тому же, за счет наличия в Margin большого числа самых известных индикаторов, таких как MACD и Bollinger, вы всегда сможете легко отследить текущую ситуацию по рынку для выставления своих собственных стратегий. Дополняет же все это еще и RSS-каналы, с помощью которых вы также способны получить самую последнюю и обновленную информацию из мира криптоновостей и прочих событий, оказывающих непосредственное влияние на динамику рынка. Все это, конечно, хорошо, быть может, подумаете вы, но как все-таки автоматизировать все эти торговые стратегии с помощью Margin-ботов, спросите уже вы. На что я с радостью отвечу, что для того, чтобы начать торговлю с Margin, первое, что от вас потребуется, это иметь регистрацию на самой бирже Probit Global. Если же ее у вас до сих пор по каким-то причинам нет, то зарегистрироваться на бирже вы можете прямо сейчас, перейдя по ссылке, указанной в описании. После чего, когда вы войдете в свой аккаунт, вам необходимо будет в разделе «Моя страница» нажать на вкладку «Управление IP». Кстати, скажу сразу, так как для многих пользователей я знаю, тема с IP-ключами является очень щекотливой и крайне важной, так как зачастую она связана с определенными рисками для клиентов разных торговых ботов, так как зачастую платформы хранят все клиентские ключи у себя, подрывая тем самым их конфиденциальность и безопасность, то в этом плане Margin кардинально отличается от всех доступных торговых платформ, потому что платформа использует надежные способы хеширования и шифрования пользовательских IP-ключей, из которых всего лишь 25% остаются в их распоряжении, что, согласитесь, уже звучит весьма неплохо. Так вот, возвращаясь к пошаговой инструкции, как начать работу с торговыми ботами Margin, отмечу, что как только вы перейдете в раздел «Управление IP», вам необходимо будет ввести название IP-ключа, написав «Margin», после чего выполнить двухфакторную проверку и только после этого сохранить свой появившийся ID клиента и адрес секретного ключа, так как показан он будет вам всего лишь один раз, поэтому имейте это в виду. И да, не забудьте проверить раздел на разрешение снятия средств, после чего в новом появившемся окне выберите саму биржу Probit Global, а также нужные вам валютные пары. Кстати, еще одним знаковым преимуществом Margin можно смело считать наличие демо-счета, который вы вправе испытать, прежде чем приступите к реальной торговле. То есть наличие демо позволит вам не только безопасно познакомиться с торговыми ботами, но и подобрать для себя любую из доступных автоматизированных стратегий в Margin, которых на самом деле доступно аж сразу 5.
где первый из них представляет собой стратегию Python. И другие стратегии доступны как на основе лимитных, так и рыночных ордеров. Где, как мы видим, к стратегии лимитных ордеров относятся стратегическая пинг-понг-стратегия, стратегия масштабной торговли и маржинальный производитель. Что же касается стратегии рыночных ордеров, то к ним как раз относятся стратегия Полос-Боллинджера и стратегия кроссовера EMA, ознакомиться более детально с которыми вы сможете уже и в частном порядке после просмотра данного видео, что, собственно, я настоятельно и рекомендую вам сделать, прежде чем начать саму торговлю. Кстати, для того, чтобы открыть счет в Маргин, только уже на реальные деньги, от вас потребуется приобретение любой из доступных лицензий, минимальная цена которой, как мы видим, начинается с $15, что, как по мне, очень даже неплохо и весьма доступно для большого числа потенциальных пользователей. Так что, дорогие друзья, кто давно находился в поиске реально рабочих торговых инструментов, связанных с автоматической торговлей ботами, то Маргин – это то, что вам нужно. Тем более, если мы посмотрим, то с данным ботом, помимо Probit Global, сотрудничает еще очень большое количество популярных криптовалютных бирж. А это, как по мне, уже говорит о многом. А именно об уровне доверия всех этих бирж, надежности Маргин и его актуальности для криптотрейдеров в наши дни. Одним словом, все ссылки на Маргин вас уже ждут в описании. Ну а я, как всегда, искренне благодарю вас за внимание и прощаюсь до своего следующего выпуска, который выйдет на моем канале CryptoLady уже совсем скоро. Отличного всем дня и пока-пока!